Под звуки оркестра Соборная площадь Рыбинска заполняется людьми в красно-белых костюмах. На один вечер в Дедов Морозов переоблачились и взрослые, и дети. Шествие возглавляет главный Дед Мороз из Великого Устюга. Как и положено знаменитости, несколько минут он уделил общению с журналистами. Тот, кто дарит подарки детям, вспомнил времена, когда подарки дарили ему. Было это давным-давно, конечно же, мои родители. Все ж детство ребятишек делают родители. От площади до площади по центральной улице города маршрут шествия растянулся на 2 километра. В этом году в параде приняли участие 1500 человек. За сказочным действом наблюдало 20 тысяч зрителей. Очень рады, счастливы, что такой праздник нам устроили. Спасибо вам большое. А все понравилось. От самого начала шествия, от Соборной площади и до сюда. В костюмы Дедов Морозов облачились и сотрудники Рыбинской администрации. На один день из чиновников превратились в волшебников. Я в следующем году я жду внуков. И я думаю, что я буду для них тоже Дедом Морозом. И, конечно, мы все вместе, всем нашим коллективом хотим быть Дедами Морозами до города Рыбинска. Шествие завершилось на площади Дерунова. Здесь главный Дед Мороз вместе с участниками парада и жителями Рыбинска зажег городскую елку. Раз, два, три, елочка, гори! Шествию Дедов Морозов исполнилось 5 лет. Задуманный как городской праздник, парад стал настоящим туристическим брендом. В этом году по количеству участников Рыбинск претендует на рекорд. Екатерина Иванова, Владимир Выдумлев. День в событиях.